Уважаемые жители Чувашской Республики, дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Республики. Этот праздник объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, религиозных и политических убеждений. Всех, кому дорого развитие родной республики. Сегодня Чувашия – динамично развивающийся регион, где дорожат традициями и бережно относятся к сохранению духовного и культурного наследия. У республики большой потенциал и прекрасные перспективы. Мы по праву гордимся своей республикой, ее славной историей и современными достижениями. Я благодарю всех жителей Чувашии, внесших весомый вклад в становление и развитие родной республики. Трудолюбие, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые задачи и с уверенностью смотреть в будущее. От всей души желаю крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов.